В благотворительном аукционе Елены Пирминовой появился новый лот – «Вечер с Верой Брежневой». На днях 33-летняя известная певица Вера Брежнева сообщила поклонникам о своем участии в благотворительном аукционе Елены Пирминовой, который направляет полученные средства на помощь больным детям. Певица выставила в Инстаграм-аукционе свой лот под названием «Друг на вечер» со стартовой ценой в 10 тысяч рублей. Обладатель лота получит возможность провести вечер с Верой. При этом знакомиться со знаменитостью он может не в одиночку, а вместе со своей семьей. В своем видеообращении Брежнева заявила, что она готова погулять, поиграть в боулинг или даже сходить на рыбалку вместе с теми, кто выкупит лот. Певица обещала им интересное, веселое и незабываемое времяпрепровождение. Спустя некоторое время лот был продан за 25 тысяч долларов. Вырученные деньги пойдут на операцию девочки по имени Алиса.